А что же у нас в этой самой убогой России? А у нас в стране задерживают чекисты-коммунистов, в частности, Николая Платошкина, который, не мешай вести программу, который агитирует против поправок в Конституцию. И более того, Навальнята уже обещали выйти на улицу сразу после 1 числа и заявить о своем несогласии с якобы голосованием по поводу Конституции, а на самом деле узурпацией власти Владимира Путина еще на 12 лет. У них там в США были рабы, а у нас крепостные в этой угодной блядской стране, которой Парад Победы напоминает фашистское капище. Эх ты козёл. Ну что, я вещаю программу. У нас типичное фашистское государство во главе фюрер Путин. Ну что, я вещаю программу. Не мешай мне. Не мешай мне. Не мешай. Полежать пора в психушке. Ну не мешай мне. Вот мать моя выступает, блин. Мать чуть программу не срывает. Ёбнулась моя мать, превращается в Светлана Анатольевна, учительница школы номер 170, города Самара. Ёбнулась окончательно. Ну, блин. Ну что, я программу веду? Так вот.